Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч, который я сыграл в турнире мастеров на сайте Gambler против узбекского гроссмейстера Самандара Каланова. Особых красот в этом микроматче нет, но он интересен тем, что в нем встретились некоторые интересные позиции, интересные для практической игры. Ну и кроме того, на примере этого микроматча вы убедитесь в том, что обязательно нужно анализировать все свои партии, даже выигранные. В первой партии я играл черными. Нам выпал следующая жеребьевка дебюта. Е4, FG5, CB4. Черные бьют. Ну и обычно белые в этой позиции играют на поле F4 и возникает известный дебют игра Шмульяна. Но из-за жеребьевки белые обязаны бить на поле D4 именно. В этой позиции есть несколько интересных планов. BC5, DC5 и DE5. Я избрал именно DC5, так как он однажды уже встречался у меня. То есть на чемпионате Пермского края. И здесь я знаю, что черные получают небольшое, но стойкое преимущество. Поэтому я сыграл именно так. Далее я сыграл GF6, белые BC3. Я нападаю. То есть после размена вот такого, черные, видите, развили свой сильный левый фланг. Попутно выбили белым шашку E1, так называемую золотую шашку. То есть видите, еще у белых, кроме того, есть некоторый разрыв по флангам. То есть преимущество черных налицо. HG7, GF2, GF6, GH4. Здесь для сохранения преимущества, то есть белые грозят сыграть FG3, затем разменяться и полностью уравнять позицию. Черным надо играть FE7. Теперь надо белым закрываться, и черные играют BC5. Самандар Каланов здесь выжидает АБ2, ну, наверное, сильнейший ход. И я играю CD6. В этой позиции у белых все-таки еще была ничья, то есть для этого надо было точно сыграть именно CD2. И у черных было два сильных плана. После размена FG5 черные грозят сыграть GH4, затем HG3 и выиграть шашку F4. Для того, чтобы шашку не потерять, надо играть CB4. Теперь черным для того, чтобы сохранить преимущество, лучше всего провести вот такой размен 2 на 2. Но здесь выясняется, что у белых зависла шашка на поле b2, и черные форсированно ее выигрывают вот таким нападением. Ну и здесь у черных преимущество, лишняя шашка. Если же черные не размениваются, а играют ab6, то белым надо проводить размен 3 на 3. Тройной одеколон, как я его называю. hg5. HG3, 3 отдали, 3 забрали. Но у черных здесь сохраняется преимущество. Надо играть EF6. Ну, DE3 все равно придется. Ну и после FG5, видите, у белых остается единственный ход BC3. То есть разменов нет. FE5 нельзя из-за DC7. То есть остается играть только BC3. Черные скромно играют на бортик. Ну и несмотря на то, что у белых центр, все-таки позиция просто сходится в пользу черных. Здесь наиболее сильнейшее продолжение это CD4. И затем надо играть FE5. Остальные продолжения все-таки опасные за белых. Белые могут там проиграть. Если черные идут в дамки, то белым проще всего форсировать ничью жертвой шашки и ходом ED6. Ну и теперь как бы черные не играли, белые все-таки достигают ничей. Например, АБ2. Разменялись. Черные ставят дамку, то есть не дают белым провести шашку Е3 в дамке. Но белые ставят дамку на Б8, надо отходить, и играют ЕФ4. И выясняется, что эта позиция ничейная. То есть если черные ставят дамку, белые просто разменивают шашку А6, и эта позиция ничейная. Если же черные препятствуют этому размену, допустим, играют дамкой на F6, мы делаем выжидательный ход за белых. Ну и после вынужденной постановки дамки играем FG5. Если черные побьют на F4, то белые разменивают шашку черных H6, и это ничья. А если черные, допустим, бьют на бортик,
то белые занимают большую дорогу и также достигают ничьей. Самандар же здесь сыграл cd4, и здесь уже я ошибаюсь в свою очередь. То есть я сыграл bc7, и после размена позиция все-таки ничейная. А у черных был выигрыш после хода fg5. То есть после разменов черные снова грозят выиграть шашку f4 ходом gh4, hg3. Поэтому белым надо только размениваться, других ходов нет. Ну, черные играют dc5, и выясняется, что белым практически некуда ходить. То есть на ход hg3 черные нападут, надо отходить. И черные играют в центр ходом cd4. То есть они грозят выиграть шашку f4, а на единственный ход dc3 черные отдают шашку и проходят дамки. То есть в чем суть этой позиции, объясняю для начинающих. Если черные проводят свою шашку в дамке, а так это и получится через несколько ходов, то их шашка, да, превращается в дамку, а дамка в среднем стоит 2,5-3 шашки. То есть у черных по сути будет 5,5 или 6 шашек против 5 шашек белых. Поэтому выигрыш черных не вызывает сомнений. Если в этой позиции белые играют bc3, тогда мы играем gf4. Ну и на ход cb4 просто идем в дамки. То есть так играть нельзя. Остается единственный ход de3. Тогда белые, черные могут разменяться. Занимаем важный центральный пункт поля f4. Ну и после cd2 возможно часто встречающаяся позиция bc7, bc3, cd6, cb4, cd4. Именно этой шашкой надо ходить. То есть после dc7 или de7 тут выигрыша нет. Именно cd4. Белые размениваются назад, другого нет. Ну и здесь у черных есть выигрыш как после fe3, так и после dc7. Если черные играют dc7, тогда надо играть cd2, cb6. Белые нападают. Ну тут все форсировано, отходим. dc3 и de5. Белые жертвуют шашку, пытаются прорваться в дамки. Ну и в этой позиции важно ее запомнить. К победе ведет либо ход ed4, но более логичный ход fe3. А ход ab2 неожиданно ведет лишь к ничьей. То есть если черные играют fe3, ну допустим bc7, тогда играем ed2. Ну и на постановку дамки просто отходим, затем проводим все три шашки в дамке. Эта шашка успевает дойти максимум до поля h4, то есть ее потом отсекут постановкой дамки на c1. И это легкий выигрыш. А вот если черные в этой позиции играют а b2, то это лишь ничья. То есть белые играют bc7. Ну, надо вести шашки в дамке, иначе белые поставят дамку на b8 или d8, свяжут эти шашки, и тут ничья будет. То есть играют fe3. Теперь белые ставят дамку на поле d8. Именно только d8 ведет к ничьей. Ну и здесь все-таки ничья. ed2, тогда белые нападают, надо отходить, и скромно играют hg3. Выясняется, что позиция все-таки ничейная. То есть, если белый, черные играют, допустим, как-нибудь ставят дамку, допустим, на поле a1, то белые успевают провести свою шашку g3 в дамке. То есть нападений там никаких не будет. Поэтому надо ставить дамку именно на поле c1, отсекать шашку белых от похода в дамки. Но теперь белые нападают, надо отходить. Снова нападают, надо закрываться. И белые форсируют ничью. Вот такая поучительная позиция. То есть в этой позиции мне надо было размениваться fg5. Но я не увидел этот выигрыш и разменялся вот таким образом. В этой позиции, естественно, надо играть bc3. Хода cd2 нет из-за простенькой комбинации, но симпатичной. cd4. Ну и после размена играем fg5. И белых ждет полный разгром. Естественно, гроссмейстер не попадается в эту ловушку. Играет bc3. Я играю cb6. Белые играют cd4. То есть заставляют меня разменяться назад. Ну и эта позиция ничейная. cd2, dc5. Здесь, естественно, нельзя играть dc3, потому что черные сыграют ed6. Ну и здесь форсированно черные выигрывают. Например, cb4, cb6. Напали, закрылись.
Надо играть hg3, других ходов нет. Fe5, hg5, напали. Надо жертвовать шашку и размениваться. Но после размена выясняется, что черные здесь легко выигрывают. То есть cd4 на так уже вот такой ход выигрывает, поэтому приходится играть gf2. Теперь играем bc5, fg3, dc3, gf4, ed2, cd2. И после хода fe5 лучше всего поставить дамку на e1. У белых единственный ход. Нападаем. Надо отходить. Все форсировано, друзья. То есть легкий выигрыш. Поэтому белые в этой позиции, естественно, разменялись на поле g5. Ну и здесь я тоже разменялся назад. В этой позиции была ничья. Все-таки за белых можно было сыграть dc3 или hg3. Но белые ошиблись, hg5. Здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Здесь я, к сожалению, уже был в цейтноте и не увидел довольно-таки простенький выигрыш. То есть надо было размениваться вот таким образом. Ну и после двойного размена выясняется, что оппозиция в пользу белых. То есть на так-так. А если так, то просто идем в дамки. Ну и снова оппозиция 2 на 2. Я в этой позиции сыграл d7. То есть издалека видел эту позицию, что она с преимуществом. Но в этой позиции все-таки белые могут достичь ничьей. То есть надо играть hg3. Ну и после cd6 здесь была единственная ничья. То есть надо было сыграть именно dc3. И если теперь d5, то именно gh6. Все остальное проигрывает. Ну и эта позиция ничейная. То есть на нападение cd4 белые играют cb4. То есть, если черные идут в дамки, то белые также идут в дамки. Так, так. Ну и на нападение важно именно сыграть gh4. То есть, нельзя отдавать шашку. Вот эти окончания уже выиграны за черных. Если же черные в этой позиции не нападают cd4, а играют, допустим, ed6, то играем cb4. Так, прошу. Да, играем именно cb4, ну и, допустим, на ход cd4 уже точно отвечаем gh4. Ну и как бы черные не играли, все-таки белые достигают ничьей. То есть на такие ходы мы прорываемся в дамки шашкой h4, а если, допустим, черные играют d3, то белые размениваются, и черные здесь никак не могут победить. Ну, мой соперник здесь третий раз уже подряд ошибается, и все-таки я не выпускаю свой шанс. cd4. То есть, видите, не даем такие ходы. То есть, на такой ход уже можно здесь просто сыграть ef6. Видите, и после размена назад играем fg5. То есть, белым в этой позиции пришлось размениваться назад. Меняться не надо, оппозиция будет в пользу белых. Я точно играю dc5, ну и после хода cd2, cd4. Ну и выясняется, что оппозиция в пользу черных, белые здесь сдались. Второй партии также особых красот не было, но черные там поставили небольшую позиционную ловушку. ef4, fg5, cb4. Бьем именно на d4, вот такая жеребьевка. Здесь мой соперник сыграл EF6. Я считаю, что это ход данной позиции не сильнейший. Ну, естественно, BC5 не надо размениваться, так как здесь черные форсированно выигрывают шашку. Естественно, я так не пошел. Я сыграл в этой позиции DE3. Сильнейший ход. То есть я как-то анализировал эту позицию. Также она встретилась на чемпионате Пермского края, я тут знал, как играть практически во всех вариантах. Черные здесь разменялись. Ну, кстати, очень хорошо смотрелся вот такой размен. То есть здесь у черных нет слабостей. А черные разменялись в центр. И белые начинают охват позиции, центра позиции черных. То есть EF4. И на HG7 уже играем BC3. То есть хотим на B5 разменяться назад с хорошей позицией. А если черные играют GF6, то играем B5. То есть на такое нападение уже идет EF2,
также с хорошей позицией. Поэтому приходится играть bc5 черным. Я играю cb4. Ну, здесь еще был интересный ход аб2, но мне не понравилась позиция вот после такого размена. То есть у меня застряла шашка на поле b2, я не захотел такую позицию. Я сыграл cb4 надежно. Ну и после входа fe7 надежно играю cb2. Ну, снова так играть не очень хорошо из-за размена ef2, поэтому черным приходится вылазить в центр. Здесь белые могли разменяться назад с идеей окружения шашки d4. Но здесь возникают острые позиции, непонятно еще у кого лучше. И я все-таки предпочел вот такой более спокойный размен. Ну, если бить на поле f8, то здесь особого преимущества нет ни у одной из сторон. То есть против гроссмейстера я не захотел получать сложное окончание, все-таки можно проиграть. Поэтому я побил назад спокойно. Здесь мой соперник сыграл cd6. Ну, наверное, все-таки более логичным был ход именно ed6. Ну, cd6, ab2, ab6, bc3, bc5. Здесь можно было сыграть cb4, также с идеей окружения центра черных. То есть здесь он рыхлый, подвержен окружению, у черных, кроме того, переразвитие. Но я сыграл ef2, то есть постоянно не даем черным сыграть fg5. И после хода bc7 я играю fe3. Надо играть cb6, и здесь я размениваюсь вперед. Черные играют b5, надеются, что я сыграю cd2. Ну и здесь черные проводят красивую комбинацию, и у белых возникает очень тяжелое окончание. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти комбинацию за черных. Черные играют ab4, затем cd4. Надо бить вперед. И играют fg5. Эту позицию я уже разбирал в партии из дебюта кол. Партия против мастера Яниса Сафина. То есть здесь надо сыграть аб6. И после хода дамкой на f4 точно сыграть gf2. И черные не могут выиграть. То есть после постановки дамки на поле b8 белые скидывают две шашки, играют bf7. Черные занимают верхний двойник. Белые ставят дамку. Надо отходить. Белые играют bf7. Ну, после того, как черные занимают большую дорогу, партия сводится к известной позиции Цирика. Я разбирал подробно эту позицию. Кто не знает, как здесь белым добиваться ничей, можете посмотреть подсказку в верхнем правом углу. Естественно, я знал этот вариант. cd2 не стал играть. Здесь у белых есть более логичный ход cd4. Ну, если черные разменяются на фланге, здесь уже можно сыграть либо gf2, либо даже fe5. И преимущество будет на стороне белых. Поэтому мой соперник играет fg5. Ну и после разменов здесь есть позиционная ловушка за черных. То есть cd2, de7, dc3, ef6. То есть в этой позиции, запомните ее, друзья, раз и навсегда, надо играть именно cd4, как сыграл я. А вот ход ab4, ну, кажется, сильный ход, на самом деле он тут проигрывает. То есть черные не будут играть вот таким образом. Здесь выигрывают белые. Черные в этой позиции неожиданно играют cb6. И на нападение вынужденное черные играют fe5. Побили, 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 и черные отыгрывают свою шашку. И выясняется, что черные заняли усиленную, наивыгоднейшую позицию. То есть на любой ход, допустим, cd4, у них всегда есть ответ gh2, и здесь черные легко побеждают. Поэтому в этой позиции я точно сыграл cd4, ну, после cb6 сыграл gf2. Здесь черные предпочли упростить позицию, то есть пожертвовали шашку, напали, надо закрываться, снова напали, но здесь форсированная ничья. Ba7, белые ставят дамку, ну и в какую бы сторону белые не побили, здесь партия заканчивается ничьей. Друзья, какой вывод можно сделать из данного видео? Всегда анализируйте все свои
партии, которые вы сыграли. То есть даже в выигранных партиях зачастую оказывается очень много ошибок. То есть в этой партии мой соперник ошибся 3 раза, я 2 раза выпускал выигрыш, но нашел его лишь только после 3-й ошибки моего соперника. Друзья, всегда анализируйте свои ошибки, чтобы впредь их не допускать и играть лучше. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях. Буду вам за это премного благодарен. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Ну и да, друзья, сегодня на канале «Все о шашках» состоится шашечный стрим. Играть будет ярославский очень сильный шашист Иван Смурков, а комментировать его партии, ну и помогать, чего греха таить, будем я и кандидат в мастера из Подмосковья Павел Попов. Так что увидимся на шашечных баталиях. До свидания.